Всем привет! На дворе ноябрь, а я уже в предвкушении Нового года. Я люблю как получать подарки, так и дарить их. Как я это делаю? В первую очередь я составляю список всех одариваемых мной людей. А потом все просто. Открываю каталог, в котором представлена масса предложений, интересных сувениров, аксессуаров, средств по уходу за собой. Выбираю для всех членов семьи. Сегодня мы остановимся на самых актуальных предложениях каталога номер 16. И начать я хочу вот с этого потрясающего продукта. Это мультифункциональный защитный крем SPF 50 Novage. Для многих такой продукт видеть в зимнем каталоге непривычно, потому что средства с высоким SPF-фильтром ассоциируются больше с летним периодом. Хотя зимой солнце наше светит так же ярко, и при этом присутствуют факторы, усиливающие ультрафиолетовое излучение, такие как снег, вода, горы, асфальт даже может отражать наши лучи и усиливать ультрафиолетовое излучение, которое действует на нашу кожу и ускоряет фотостарение. Соответственно, для того, чтобы нам предотвратить это, если мы планируем прогулки зимой, если мы планируем поехать в отпуск в горы или на море, этот продукт нам просто необходим. Сейчас мы расскажем и покажем, как им нужно пользоваться. Начать, конечно же, нужно с нашего стандартного классического четырехшагового комплексного ухода. И далее мы можем нанести вот этот замечательный продукт. Я уже подготовила свое лицо, и я могу наносить наш замечательный мультифункциональный крем. Берем небольшое количество, размером с горошину, буквально. Распределяем по пальчикам, и дальше мы наносим его на лицо по массажным линиям. По этим массажным линиям мы наносим любой косметический продукт, потому что это линии наименьшего растяжения нашей кожи. Мы идем от середины лба к вискам, далее мы идем от переносицы к ушам, и, соответственно, от середины подбородка также к мочкам ушей. Таким образом, мы распределяем средства равномерными движениями, без растягивания кожи, а наоборот, укрепляя ее. Ну что ж, мы нанесли этот продукт, и здесь нужно помнить, что до выхода на улицу, после нанесения любого косметического средства, особенно зимой, должно пройти минимум 40 минут, чтобы ваше косметическое средство успело впитаться. После того, как мы нанесли эти средства, мы можем продолжить нанесение декоративной косметики, чем я сейчас и займусь. Ну а чтобы вы не скучали, я передаю слово Алене Терещенко, которая расскажет вам все секреты создания быстрого новогоднего макияжа. Всем привет, друзья! Бренд The One, как всегда, радует нас и в этом сезоне. Появилось сразу несколько новинок. Любимые продукты в трендовых оттенках, а какие-то с эффектом сияния. С ними можно легко сделать праздничный экспресс-макияж. Как, спросите вы? Сейчас я покажу, как создать такой образ всего за одну минуту. Выкручивающийся карандаш с кремовой формулой мягко скользит по веку, легко наносится, смешивается и растушевывается. Яркие оттенки с матовыми или сияющими текстурами позволяют экспериментировать с самыми смелыми образами. В область под бровь и внутренний уголок глаза я наношу светлый оттенок кремовых теней. Искрящийся золотистый оттенок теней положу на подвижное веко и нижнее. Плоской кистью растушевываю тени. Завершаем макияж глаз при помощи растушеванной стрелки. Нанесите во внешний уголок черные тени и распределите при помощи маленькой кисти. Прозрачная сверкающая формула с разноцветными микрочастицами легко скользит по губам, придавая им невероятный сияющий блеск. Идеальный вариант для вечеринки или выхода в свет. Используй самостоятельно или поверх своей любимой помады для сногсшибательного эффекта. Самые актуальные оттенки и текстуры сезона в новой праздничной коллекции The One. Экспериментируй с образами, выделяйся из толпы и блистай на вечеринках. В 16-м каталоге у нас, как всегда, представлено очень много аксессуаров. И для того, чтобы разобраться, что с чем и как сочетать, я пригласила к себе на огонек нашего бессменного стилиста Романа Белоснежного. Рома, привет! Привет! Ну расскажи, как сочетать и как носить эту красоту? У нас здесь приготовлено несколько комплектов. Начнем с первого комплекта. Комплект называется «Золотая классика». И это серьги-трансформеры. Это серьги-гвоздики, украшенные кристаллами, которые имеют несколько подвесок.
свой образ можно трансформировать. То есть это такой подарок 3 в 1, подходит абсолютно всем и выглядит очень стильно. При этом ты знаешь, что золото подходит всем. И всегда. Особенно в новогодние праздники, в новогодние корпоративы, во время всей этой новогодней суеты. Ну, кстати, посмотри, они выходят сразу в подарочной упаковке. Очень удобно Классный подарок. Да. Следующий комплект, о котором мы поговорим, о котором очень хочется рассказать, это комплект «Россыпь кристаллов». Он состоит из серег, браслета и кольца. Кристаллы очень аккуратные. Металл здесь выбран именно золотой. Все это свидетельствует о том, что это признаки элегантного стиля. И этот комплект подойдет как для дневного времени суток, в нем можно спокойно пойти на работу, можно пойти на вечеринку. И также этот комплект отлично будет смотреться с новогодним платьем лаконичных форм, без каких-либо ярких таких деталей, дополнительного декора, например, как у тебя. Ты видишь, я не спускаю глаз с кольца, хочу его примерить. Мне кажется, оно мне очень подойдет, правда же? Очень красивый акцент, действительно, на фоне такого глубокого зеленого оттенка выглядит элегантно, и я уверен, что если бы ты померила и браслет, и серьги, то прям в комплексе это выглядело бы идеально. Да, согласна. Следующий комплект, о котором пойдет речь, это комплект, который называется «Павлиний глаз». Он состоит из такой броши и, конечно же, платка. Сам платок имеет такую шелковую фактуру, и он украшен принтом в виде павлиньих перьев. Это очень стильно, и, как ты видишь, оттенки здесь глубокий зеленый, глубокий винный оттенок. Очень яркие, но при этом... Они отлично будут смотреться во время всех новогодних праздников, корпоративов и так далее. То есть они универсальны. Давай попробуем примерить комплект на тебе. Давай. Что мы делаем? Ну, самый простой вариант стилизации. Мы просто вот так вот одеваем платок. Держу. Два кончика у нас находятся с тобой на одинаковом расстоянии. Открываем нашу брошь и продеваем вот в такое крепление в виде сердца. При этом ключевой момент, что вы можете самостоятельно регулировать глубину высоту, выреза, глубину декольте, да, которая здесь будет. Мы отрегулируем вот так. Такая своеобразная точка равновесия. И его очень легко стилизовать. Если хочется освежить образ, мы можем взять и попробовать чуть-чуть ослабить здесь крепление, передвинуть это на бок, сделать так, чтобы красиво свисал как раз платок, были объемные перья. Ром, ну еще бы я хотела обсудить одну коллекцию аксессуаров Холли, потому что образ, который представлен на страницах каталога, он достаточно нестандартный для меня и непривычный. Когда такие классические аксессуары с жемчугом, бежевая сумка нюдовая, что для зимы тоже не характерно, сочетаются со свитером плотной вязки и брюками в пайетку. Это сейчас мода, тренд. Как это сочетать? И действительно ли это так классно? Дело в том, что вообще образ из каталога действительно нестандартный, креативный. Используются брюки, используются, вернее, там даже леггинсы в пайетках. Хочу обратить твое внимание, что оттенки-то все достаточно такие пастельные и серые. Да. И очень здорово их разбавляет как раз коллекция Холли. Сумка имеет пудровый оттенок, он достаточно яркий и праздничный, на мой взгляд. И это все дополнено как раз набором колец, которые можно носить как все вместе, так и по отдельности. И, конечно же, серьги с имитацией жемчуга для вечернего образа. То есть такой в комплексе продуманный образ, который легко создать. Используем одну базовую простую вещь, добавляем какую-то яркую, интересную. Сумка Холли, серьги, набор колец, и сразу же все выглядит стильно и лаконично в то же время. То есть фактически можно вот так миксовать, да, этот образ, прийти на работу или там куда-то выйти в джинсах и вот в этом свитере, а если нужно пойти на вечеринку, просто сменить леггинсы вот на такие яркие, благодаря пайеткам и переливом, и ты уже получился такой вечерний образ на выход. Да, на мой взгляд, все-таки немаловажно использовать монохромную серо-черную такую простую гамму, чтобы все-таки аксессуары разбавляли и добавляли свежести образу. Ром, как мы все уже поняли, ты шикарно упаковываешь людей, а как у тебя с упаковкой подарков? Близится Новый год. Я давно не экспериментировал, давно ничего не упаковывал, но очень хочу попробовать, и я уверен, у меня получится. Давай прямо сейчас и попробуем. Ну что, Рома, давай творить волшебство. У нас все, тем более, для этого есть. У нас здесь представлено 3 варианта подарка и 3 варианта упаковки. Предлагаю начать вот с этого потрясающего набора. Это набор Disguise, если ты еще с ним не знаком. Начинаем упаковывать. Мы берем вот такой потрясающий, пакет, да? Коробка. Да, коробка-трансформер. Она представлена у нас в 16-м каталоге. Далее положим 2 подарка. Два наших продукта. Лосьон и аромат.
лосьон и аромат. Мы закрываем нашу коробку. Закрылась. Да. И теперь завязываем бант. Отличный как? Вариант. Все идеи подарков для вас и ваших близких вы найдете в 16-м каталоге. Спрашивайте его у консультантов или ищите на сайте.